Семья Александра Маслякова владеет внушительным состоянием, включающим недвижимость, автомобили и нескольких компаний, связанных с КВН. Александр Масляков с старшей супругой проживали в элитном поселке Жуковка, в двухэтажном особняке площадью 654 квадратных метра. Дом с бассейном, сауной, тренажерным залом и несколькими спальнями был приобретен в 2019 году почти за 380 миллионов рублей. Сегодня его стоимость оценивается приблизительно в 600 миллионов рублей. Помимо загородной недвижимости, легендарный ведущий КВН владел двумя квартирами в центре Москвы на Смоленской набережной и в Малом Новописковском переулке. Автопарк семьи Масляковых состоял из дорогостоящего Майбаха, на котором телеведущий передвигался с водителем, минивэна Kia и Range Rover. Стоимость Майбаха оценится в 10 миллионов рублей. Последние два автомобиля были зарегистрированы на супругу Александра Маслякова Светлану. На всех автомобилях были установлены номера с буквами КВН. Также Маслякову принадлежит компания МИК, которая занимается производством КВН. Согласно данным Forbes, 11 лет назад годовой доход АМИК составлял не менее 3,5 миллионов долларов. С февраля 2023 года единственным владельцем АМИК компании, занимающейся производством КВН, является Александр Масляков-младший.